Когда должность тесновата, нужно шагать по карьерной лестнице вперед, считает губернатор. На выездном заседании он сообщил о кадровых перестановках в правительстве. Так Андрея Степанова, покинувшего пост начальника управления имуществом, заменит Светлана Давлетова. Ее прежнюю должность руководителя департамента экономического развития региона займет главный помощник губернатора Александра Баранина. Пост начальника службы госстройнадзора займет глава администрации Фурмановского муниципального района Михаил Куприянов. Повышение ждет и главу Заволжского района Михаила Поспелова. С сегодняшнего дня он возглавляет и в госэкспертизу. Освободившиеся должности глав администрации Фурмановского и Заволжского районов пока вакантны.